Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Firewatch, конечно же. Ну что же, Делайла подсказала нам идти к месту, названному по имени этого дерева. Это дерево Тополь. При этом мы не сообщали об этом в эфир, потому что за наш эфир кто-то прослушивает, и это очень странно и страшно. Давайте сходим к этому месту, названное Тополем. Да, пожар, конечно, жестче все разрастается, блин, все в дыму, уже пипец какой-то. Вопрос только, где это место, как по-английски будет тополь? Что я, честно говоря, понятия не имею. Так. Кейт. Сапл дроп. То есть так-то, конечно, все здорово, но я понятия не имею, как по-английски тополь, и куда мне идти в таком случае. Названное этим... деревом, говорит, место, иди туда сходи. Давайте посмотрим еще раз на плакат, может быть. Мы сможем что-то на плакате прочитать название. Коттонвуд. Коттонвуд, понятно, прекрасно. Ищем место Коттонвуд. Коттонвуд, Коттонвуд. Коттонвуд Крик. То есть снова получается вниз. И потом до этого пруда. Свиного пруда и направо, а не налево. Хорошо. Любопытно. Прогуляйся где-то в то место, у тебя будет просто прекрасный день. Ну, посмотрим, что она там затеяла. Может, она к нам решила прийти в гости? Покинуть свой пост, свою зону. Зону, как она, не знаю, называется, контроль или как это? Зона. Так, это получается, нам нужно двигаться, если не ошибаюсь, вот в эту сторону, по-моему, да? Давайте проверим на карту, сейчас посмотрим. Правильно я побежал или нет? Да, по идее, абсолютно правильно. Уже потихонечку запоминаю местность. Чё тут, куда тут, к чему тут? Блин, все в дыму, реально, весь лес горит. Жесть какая. Пожар двигается в нашу сторону. Это явно недобрый знак. Надеюсь, все-таки пожарные смогут его сдержать. По идее, видите, такие пожары даже не тушат, их просто сдерживают. То есть, окапывают... траншеями, да, заливают водой эти траншеи, чтобы пожар не расслался больше, и ждут, пока его просто область, то есть какой-то определенный квадрат горящего леса, просто пока он не выгорит до конца. Как-то, я так понимаю, вот так вот все это происходит. Так, ну что же. Очередные прыжки. Ну вот раз даже практически ноги не намочили. Практически, конечно. Так, хорошо. Не стоит забывать, что за нами могут следить, как ни странно. И стоит, пожалуй, оглядываться. Да, эта игра из милой и беззаботной превращается в настоящего какого-то слендера, блин. Мать его. Так, окей. Вот мы, по идее, на развилке. Тут мы идем вот сюда. Место под названием Коттонвуд Крик. Делала обещала нам прекрасный день, если мы сюда сходим. Посмотрим, будет ли наш день прекрасным. Вот, видимо, то самое дерево. Большой тополь. Сообщи, говорит, мне, когда будешь на месте. Карта обновлена. Большое дерево. Здесь красиво. Лыжи. Какого черта здесь делают лыжи? И почему не хочешь по этому поводу с Делайлой связаться, например? Так, подожди, не то. Коттонвуд Крик, Биг Трей. Ну я прям возле него. И что дальше? Вот что-то поля, по идее, раз это тополиный пух, наверное, значит, вот поля. Может быть, до какого-то особенного тополя мне нужно было добежать. Хрен его знает. Делайла, алло. Дальше-то что делать? Я здесь, ну и что теперь? Хрен его знает, что теперь.
Непонятно, непонятно. Рация не работает. Я уверен, что больше нет другого места под названием Коттонвуд. То есть Тополь. Явно есть только одно такое место. И в данный момент явно нахожусь в нем. Подожди-ка, вот этот ящик припасов, может быть, вот это она имела в виду. Давай посмотрим. Я здесь, у Тополиного ручья. Ты видишь там ящик с припасами? Он должен быть где-то рядом. Да, найди его и открой. Я сменила код. 5678. Ты шутишь? Я торопилась. Так, я нашел ящик. Отлично, открывай его. Ну, что ты смело сменила, вылетел из головы? Серьезно? Это мне действует мне на нервы. 5, 6, 7, 8. И также используй его на свои потрепанные нервы. Окей. 5, 6, 7, 8. Так, карта. Скопировать информацию. Карта обновлена. Три слепые крысы. С оборванной обложкой. Очень интересная книга. Новая рация? Ох, лол. Кажется, я понял, что она задумала. Я нашел то, что ты мне тут оставила. Отлично. Позвони мне через, когда возьмешь это. Шикарно. Забрал. Хорошо, я потратил весь день, чтобы достать тебе эту рацию. Добралась до ящика, сорвала рейнджеру, собрала еще одному рейнджеру. И надеюсь, ты сейчас держишь новую чистую рацию. Надеюсь. Охренеть, Генри. Нужно попасть в тот центр. Чем эти люди занимаются, это незаконно. Ты в порядке? Я не знаю, Генри. Какие-то люди прослушивали нас всю лето. Каким образом это вообще возможно? Я не знаю. Мне страшно. Ничего из этого не имеет смысла. С другими дозорными тоже такое происходит. Может, они за кем-то еще следят? Ох, это происходит только с нами. Все остальные в порядке. Ты уверена? Да. Я пытался прийти туда зазорными отчимней рук, ходя с ними тропы и медвежьего клыка, и все они меня не понимали и спрашивали, в порядке ли я. Сраный координатор округа спросил, нет ли у меня женских проблем. Так что нет, такого с другими не происходит. Я не буду больше их спрашивать. Я только что переоделась, лежа на полу, потому что не знаю, кто может следить. Я направляюсь к той калитке, теперь у меня есть топор. Скоро мы что-то узнаем. Тебе нужно попасть в тот центр. Позвони, если что-нибудь найдешь. Блин, это был вариант, ответ это интересно очень. Это все в моей голове. Вдруг это реально происходит все в его голове. Вдруг он просто сходит с ума. Потихонечку поехавшее. Началось все с звонка Джулс среди ночи по радио. Продолжается вот такими вещами. Я на самом деле не удивлюсь, если это в итоге так. То есть наш герой просто поехавший. Потому что реально все это напоминает просто какую-то паранойю жесткую. Так, ладно. Мне нужно двигаться дальше. К большому дереву? Или нет, почти куда я вообще иду? Где я на карте? Ну, по идее, правильно, да, все другой дорожкой, но это, впрочем, не важно. Нужно идти сейчас вот сюда. В Пити Стейшн. Ну что же, туда мы тогда и пойдем. У меня есть топор, у меня есть новая рация. Все, по идее, четко. Надеюсь, что эту рацию не прослушивают. Очень на это надеюсь. Эй, я только что вспомнил о чем-то нехорошем. В чем дело? Я отправил отчет, в котором говорится, что мы не видели и не говорили с девушками, теми, что пропали пару недель назад. Что, зачем ты это сделаешь? Просил тебя сообщить минимум информации и вдаваться в детали. Я знаю. И так не поступило. Я просто не хотела, чтобы меня допрашивали.
И сейчас у кого-то, вероятно, есть полная запись наших разговоров. И я отправил отчет, в котором грубая ложь. Эти девушки все еще не объявились. Угу. Твою мать, Делайла. Именно. Мы должны подкопаться до правды. Лол. Жестко, конечно. Реально жестко. Куда я вообще иду, мать его? Так, ладно, прямо и налево. Да уж. Твою же мать, Делайла. Что же ты наделала? Так, подожди-ка. Еще раз. Нужно дойти до каньона, короче, наверное. Хотел по этой дороге тоже самое то, что нужно. По идее. Что за... Мать твою. Я что-то слышал. Что такое? Не знаю, хотя звучало очень жутко. Но может это был лось или кто-то, что хочет, чтобы ты сообщил странном шуме и таким образом узнать твое местоположение. Твою мать. Короче, ты больше так не делать. Логично. Слушай, а ведь правда, если ты издали шум те ребята, я сообщил о своем местоположении, то есть я шум услышал, значит я рядом с ними. Ну, дерьмо. Мне все это крайне не нравится. Очень крайне не нравится. Ладно, в любом случае идем через озеро. По старым чертежам. Да уж. Что там? А, это крепление посвящено. Хорошо. Спуститься. Ну давай, Генри, спускайся ниже. Не нравится мне все это, совсем не нравится. Ну да ладно. Давайте, пожалуй, сохранимся на всякий случай, а то мало ли что может случиться. Только что просто какое-то подвисание FPS было на секундочку, мне это не совсем понравилось. Так, собственно, где я вообще оказался, я что-то не очень понимаю. Ну, по идее, все верно. А, ну вот же, да, просто из дыма это место не очень узнается. Дым, да и закат. Фу, ладно, спокойно. Что-то как-то я чересчур нервничаю, пока что вроде ничего плохого-то больше не происходило. Ну, Делайла, конечно, дура. Ей же сказано было, отправь что-то там, где сказано минимум информации. Нет, блин, отправила, что мы ничего не слышали, ничего не видели. Молодец. Тем самым поставила нас обоих. Теперь у нас обвинят в убийстве. Этих двух девушек. Так, хорошо, я на озере. Теперь как отсюда выбраться... Как отсюда пробраться туда, к этой Вапити Стейшн? Сюда, получается. И вроде какую-то в сторону просто двигаться, если не ошибаюсь. Нет, не совсем. Впрочем, не важно, тут можно повернуть. Получается вот так. И, по-моему, вниз, да? Да, явно вниз. Ох, Генри, Генри. Опасные ты делаешь вещи. Очень опасные. Ты спускаешься прямиком. Ну, точнее, не спускаешься, ты идешь прямиком туда, где, собственно, происходят какие-то странные вещи. Ты не знаешь, что там творится, что там исследуют вообще, зачем там этот забор стоит. Какого черта, что это за люди, что им от нас надо. Но, однако, ты сам идешь туда. Слабоумие и отвага, мать ее. Так, ладно. Не на месте. Давайте выломаем калитку. Я сношу калитку. Здесь никого нет, и это самый быстрый путь внутрь. Принято.
Я выломал калитку. Мне пытаться ее починить или спрятать? Нет, к черту. Хорошо. Исследовать такое питье. Вопите. Ну, молодец, Генри. Твою же мать, ну. Вдруг она какая-то непростая. Это гребаная пчела. Планшет. Персонал станции вопите. Если вы ищете доктора Симмонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. Это оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и в любых проблемных поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Интересно. Охраняемая зона, исследовательский центр, оборудование, принадлежащее государству. Какого черта здесь происходит в таком случае? Вот в чем вопрос. Любопытно. Ух, там дым, пожар идет такой жесткий. И слишком спокойно. Тишина и ни единого звука. Собственно, где мы? Ну, продвигаемся к станции Вопити, как раз вот эти ворота. Это был забор нарисован, получается. А это забор с другой стороны. Понял. Что это за обозначение такое? Сначала было непонятно. С фонариком привлекаю, конечно, наверное, больше внимания. Какая-то радиовышка или что-то такое? Так, я на территории центра, тут никого нет. К счастью для нас. Да, к счастью для нас. Ди, здесь серьезное радиооборудование, беспроводные штуки. Что ты имеешь в виду? Я говорю об огромной 6-метровой радиовышке, вероятно, они могут послушивать все, что захотят. Они расположились на этой низине, из-за чего ни одна вышка не может их заметить. Лол. А ведь и вправду, а? Охренеть. Беспроводные штуки. Напоминаю, что действие игры происходит в 80-м году, то есть тогда технологии все были явно в новинку. Не было тогда ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ничего подобного. Это что еще за мать его? Тихо. Палатка. Палатка. Давайте посмотрим. Жесткий кейс. Блин, вот то вы про всякое дерьмо переговариваетесь, то... О, ну наконец-то, хотя про что-то сообщишь. Если что-то они делают с землей, они здесь все расчерчены. Кто знает, что еще у них на уме. Потому что я и вправду, ведь размерами просто кощерчина, значит, к началу внимания не обратил, вот это же какая-то разметка на земле. Ладно. Надеюсь, это просто одеяло? Я в их главной палатке. Здесь спят трое, у них ряд коек. Так, они работают, спят в той же палатке? Ага, все в одном. Хм, как у нас. Угу, как у нас. Я в их главной палатке. Что там? Это поделанная своего рода станция мониторинга. Я нашел главный стул для мониторинга. Боже мой, что ты видишь? Честно, сейчас я готов поверить во все что угодно. Здесь коробка с ручками, у нее иголка вроде той, что измеряет землетрясение. То есть как у детектора лжи. Я не буду ждать, пока меня к ней подключат. Детектор лжи? Любопытно. Окей, черт, я нашел карту, которая подтверждает то, что они следят за моими, нашими и людскими передвижениями.
На карте отмечены самые разные маршруты и места. Здесь линии, которые похожи на мой обычный маршрут. Ты абсолютно уверен, что это ты? Я не уверен, но думаю, что да. Твою мать, а? Окей, есть журнал перемещения 4 различных объектов. Ты и я? Да, точно про меня. Думаю, и про тебя тоже. Что насчет двух остальных? Блин, а? Пропавшие девушки? То есть, они все еще здесь, и эти люди следят за ними? Может, это все... Это возможно, так? Тогда почему ты их не видел? Я не знаю. Мы обсудим это и сообразим, как выбраться отсюда. Блин, чем больше я узнаю про это место, тем больше мне тут не нравится. Надо торопиться отсюда уходить нафиг. Планшет. Объект частота сигнала, пол, социальное положение. Так, МО, часто... Значит, подождите, объект 4022, частота сигнала, такая-то, такая-то, пол, мужской, социальное положение, МО. Не знаю, что это значит. И дальше... Часто покидает зону, две тропы. Дальше следующий объект, женщина, РЕ. Избегает общения, проверить предыдущие данные. Следующий объект, мужчина. Так, социальное положение, О, одинокий, наверное, да? Односторонняя тяга к эпиляции, конфликт с другими лицами мужского пола. И еще один мужчина. Непропорциональное поглощение пищи. Реально, либо про Годвинов, либо про тех двух этих самых, помните, рейнджеров, которые между собой переписывались. Мы находили их записки везде, во всяких ящиках. Мне все это реально не нравится. Есть какой-то монитор, я не знаю, что он делает. Может, качество воздуха измеряет или что-то такое. Может, они собирают информацию обо всем, что может повлиять на наше настроение. Значит, вероятно, это безумие. Выглядит так, будто ли все только лишь достали из космического корабля. Должна признаться, если бы я узнал, что это НАСА, то была бы немного счастливее. Что они измеряют? Еще атмосферное давление? Для чего? Может, это просто отвлекающий маневр? Так, дальше. Плита. Мне интересно, где они? Все их вещи здесь. И они знают, что ты здесь. Посмотрим, что можно узнать, и убирайся оттуда. Так, припас, оборудование, передатчик. Ничего нельзя здесь допускать. Ничего абсолютно. Доска объявлений. Фонарь. Жесткий кейс. Кажется, я нашел штуку, с помощью которой они следили за нами. Охренеть. Ты знаешь, что ты ругаешься? Много. Не сейчас, Хэнк. В общем, это волновой приемник. Похоже, он ловит все, что спускает сигнал. У него есть базовые возможности ориентирования. Черт. Черт возьми, Генри. Да, черт возьми. Ты же возьмешь его, верно? Ну, конечно. Охереть. Охереть. Следует за пикающим устройством. Лол. Так, эта штука совсем поехала, пищит как бешеная. Я ее слышу, что на что она реагирует, не знаю, но скоро выясню. Ох, не нравится мне все это. Ох, совсем не нравится. Так, ладно. South, Southwest, она еще показывает направление. Получается, типа, как компас. Northwest. Здесь куча всякой техники и подобного дерьма. Это точно не оборудование из магазина бытовой техники. Пищащее оборудование. Радиовышка. Так, ладно, следует запискам. Он усиливается или уменьшается? По-моему, он уменьшается. Приблизите смотреть. Вообще перестал пищать.
Так, подожди, лампочек загорается больше и больше. По-моему, пиликает на палатку. Какого черта? Не очень понимаю, как им пользоваться. Лол. Мне получается за палаткой, по-моему. Хрен его поймет, я что-то вообще не понимаю уже ничего. Мне реально немножко не по себе от всего этого мероприятия. Я думаю, эта штука реагирует на что в этой куче фигни на столе. Поройся в ней. Subjects Генри М. и Делайла. Объект Делайла. Возраст 43. Бла-бла-бла. Объект Генри. 10 недель. Да вы издеваетесь? Что такое? Здесь целая папка отчетов. Что они говорят? Это оценки, они оценивают нас двоих. Здесь есть даже про Джулию. Например, вещи, которые тебе не говорил. Это... Что там говорится про меня? Ты сказал, что там есть про меня. И похоже, что они ходили за мной. Что я делаю, пока я следую местность? Господи! Генри, ты меня слышишь? Тут сказано, что ты и твой парень еще вместе. Что? Это не так. Они играют с нами? Ага, окей. Это так, откуда им знать, кто он такой? Какого черта это вообще? Мне достало, что люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Подумай об этом. Худший сценарий. Делайла. Что? Подумай об этом. Я подумал. Это безумие. Мы их поимеем. А если пожар поднимется в гору, и кто-то в нем погибнет? Мы сообщим об этом? Сообщим об этом? Да, возможно. Бог мой, Делайла, нет. Ни за что. Ну, может, это не лучшая идея. Это определенно не лучшая идея. Я офигеть как взвинченная. Все в порядке, я просто вернусь назад, у нас есть приемник, и мы можем подумать, что делать дальше. Отчеты Делайли. Объект Делайла А, возраст 43, обзор статуса в программе, неделя 1, неделя 4, неделя 6, неделя 10, неделя 25, ежегодно. Черты характера, надежно, возможно, алкоголизм, наблюдательно, харизматично, эгоистично, искаженное восприятие личной истории, относящейся к делу наблюдения. Никогда не была замужем, детей нет, редко выходит на улицу или покидает свое местоположение, многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера, имя Хавьер. Ха, вот она какая, значит, получается. Подтвержденность манипуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подпись супервайзера Эгг. То есть, она все еще с парнем, и она признала это. Она говорит, что? Нет, потом такая, да, это так. Она пыталась меня обмануть, затащить в постель. Многочисленные любовники. То есть, видимо, с каждым рейджером каждый год она так делает. Ай-яй-яй, Делайла, Делайла. А я уже думал, мы, правда, стали с того близки. А что-то Генри. Возраст 39 лет. Так, вдумчивый исследователь, придерживается запланированного, склонен к гневу, пассивен, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдерживанный. Объект полностью увлек своего супервайзера, доверие предстоит научно доказать, все указывает на полное сотрудничество. Объект может подозревать атестированный, предлагаем совершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Подпись супервайзера Эгг. Ох, мать твою. Ладно, все, уходим. Игрушку вашу заберу с собой. Ладно, не заберу. Нахер она нужна? Просто уходим отсюда нафиг. Идем домой. Уже стемнело, между прочим. Погуляли, блин, до ночи.
Ну, есть, конечно, топор, но против волков или медведей вряд ли он поможет. Против человека еще может быть, и то, если у человека нет винтовки. Да твою мать! Нет, ну только не это! Ух, лол. Фух. Ладно. Эй, МДЛЛ, от центра идет дым, я тут выбрался, но мост ввалился. Что случилось с твоим? Это не самая лучшая идея. Это был не я. Что нам делать? Я не знаю, понятия не имею, что делать. У нас тут в лесу пожар, единственная вещь, которую я знаю, как реагировать из-за всего этого дерьма, я не понимаю, что делать. А что насчет того, что... Кто его начал? Что с ними? С тем, кто это начал? Ага. Мы говорим о людях, которые за нами следили, а теперь сжигают целый лес и все, что в нем есть. Они знают, что с этим делать. Кроме как свалить отсюда. Да, вывези нас отсюда. Попробую. Охренеть. Просто охренеть. День 77. Июньский пожар. Опять начинает пикать. Ну здорово вообще. Вот только этого мне не хватало еще. Чтобы эта херовина снова начала пикать. Впрочем, знаете что, давайте, наверное, уже пускай она попикает и узнаем, что за пики в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. По-моему, реально, чем дальше, тем интереснее. Черт возьми. Офигеть. В общем-то, ставьте лайк, если это так, не забывайте про комментарии. И большое вам спасибо за просмотр. Для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра Firewatch на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.